Всем привет, друзья! С вами TNT Fox. И хочу вас обрадовать хорошей новостью. Я получил вот такой значок «Подтверждено». Это подтверждение того, что мой канал подлинный. Вот мой канал и вот значок. Немногие подписчики писали, почему у меня еще нет значка. Я решил все-таки добиться этого и как-то решить эту проблему. Для этого я перерыл много видео, интересных фактов всяких, и нашел все-таки способ, как это сделать. Так вот, чтобы получить вот такой значок, вам понадобится как минимум 100 тысяч подписчиков, и чтобы у вас на канале были только ваши оригинальные видео, чтобы у вас не было страйков, предупреждений и всяких нарушений, связанных с каналом и авторским правом. Итак, чтобы получить вот этот значок подлинности вашего канала, нужно сделать следующие вещи. Заходим в творческую студию. Так, дальше мотаем в самый низ. Заходим в справку. Дальше берем «Нужна дополнительная помощь». Служба поддержки авторов YouTube. Так, дальше берем функции канала и действия с видео. Так, дальше вот здесь надписи читаем, что нужно сделать. Советуем сделать следующее. Если вы набрали больше 100 тысяч подписчиков, получите значок подлинности канала. Так, берем, нажимаем вот это. Дальше идет вот такое. Как получить значок и бла-бла-бла. Это вам не поможет, потому что здесь очень долгие проверки. Поэтому, если вы уже набрали 100 тысяч подписчиков, советую вам сделать следующее. Закрываем эту штуку. Так, пишем. Написать письмо, нажимаем. Когда вы нажали написать письмо, появляется вот такое окошко. Заполняем имя, фамилию, адрес электронной почты, на которую привязан ваш канал. Так, также URL канал, вот ссылочку на ваш канал. Лучше полную ссылку брать. Так, вот, например, берем ссылку. Всем привет, с вами... Выделяем и вставляем. Так, дальше. Чем можем вам помочь? Пишите, хочу получить значок подлинности канала. Дальше. Связан ли ваш вопрос с конкретным видео? Пишите, нет. Дальше. Вы хотите получить значок подлинности канала? Пишите, да, и все. Файлы никакие прикреплять не нужно. Нажимаем «Отправить». После чего вы ждете, когда вам придет на электронную почту уведомление по поводу вашего письма. Вот мне пришло, здесь пишет: «Добрый день, спасибо, что обратились к нам. Обычно мы отвечаем в течение одного рабочего дня, бла-бла-бла». Короче, и потом следующая смс-ка: «Здравствуйте, Вадим, поздравляем, ваш канал прошел проверку. Значок подлинности появится рядом с его названием в ближайшие дни». Я обрадовался, потом прошел один день, я увидел, что под моими видео, сейчас вам покажу, появился вот такой значок. Видите? Но, к сожалению, здесь значка еще не было, было только название канала, поэтому я решил написать еще одно письмо. У меня еще один вопрос. Галочка появилась на видео, но на самом названии канала ее нет. Она скоро появится или нет? Мне буквально сразу через 2 часа ответили. Значок подлинности появится рядом с его названием в ближайшие дни. Что же, вижу, на следующий день значок появился, и вот он, мой канал подтвержден. Так что все, кто хотят получить этот значок, пробуйте этот способ. Я думаю, у вас получится. Всем, кто ныл, что у меня накрученные подписчики, хочу сказать огромное ха-ха-ха. Мой канал прошел официальную проверку на все видео и всех моих подписчиков, так что выкусите, хейтеры. А всем тем, кто остался, хочу сказать огромное спасибо, что вы поддерживаете меня, пишите приятные комментарии. Надеюсь, я и дальше буду вас радовать новыми интересными видео. А также я надеюсь, что моя честная, заработанная трудом серебряная кнопка все-таки не потеряется где-то и перейдет. И я очередной раз докажу всем, что я заслужил ее. Ребята, еще раз всем спасибо. До новых встреч.